Господь говорит, если я отец, где почтение? Почтите Бога своим вниманием, своим трепетом, смирением. Смирите свою плоть, свои мысли, желания, какие-то довольства, недовольства. О, рабашикитея. Аллилуйя, слава Тебе. Господь, мы здесь не для того, чтобы творить свою волю, и не для того, чтобы развлекаться, даже не для того, чтобы питаться духовно. Мы здесь ради Тебя, Господь. И то, что Ты назначил в вечности для этого дня, этих людей, нас, этого состава, тех, кто здесь, тех, кто будет потом смотреть, пусть исполнятся Твои намерения. Мы знаем, что все дни для нас назначенные были еще до сотворения Тобою увидены и прописаны. Мы молимся, чтобы нам исполнить волю Твою, не просто пересидеть еще одно служение, не просто получить Слово, не просто, но пусть Слово Твое производит в нас всякое хотение и действие, обличает, если надо, рубит. Мы просим, чтобы огня Твоего в наших костях стало больше, когда мы пойдем туда, назад, в этот мир. Мы молимся, чтобы то, что происходит, затрагивало вечные вещи. Не было просто внешним омовением, но было внутренним крещением, внутренним. Чтобы то, что от вечности в нас, оно пробуждалось, оно выходило вперед, на передний план. Чтобы то, что от вечности в нас, оно брало инициативу в нашей жизни. Оно брало все наше внимание, сконцентрированность, наши эти чаяния, желания, то, чего мы хотим. Пусть эти вечные вещи, вложенные в нас, они берут наши желания, пленяют их. Дай нам возжелать быть во дворах Твоих. Дай нам возжелать ходить в славе Твоей. Дай нам возжелать большей жизни, чтобы видеть, как исполняется Твоя воля на этой земле. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты переводишь наш взгляд с самих себя, с поиска своей выгоды, своего, на то, что угодно Отцу, на то, что угодно Тебе, Господь. Ибо для этого мы здесь. Ибо для этого Ты вдохнул нас в желание, дыхание жизни, чтобы мы жили для Тебя, искали Тебя, служили Тебе и наслаждались Тобою, Господь. Хвала Тебе, жили для Тебя и умирали для Тебя, Господь. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя, что мы в руке Твоей. Пусть эта атмосфера вечности, она поможет нам принять Твое Слово, которое Ты даешь сегодня нам, как Твоему телу, Твоему народу. Ибо мы будем живы всяким Словом, исходящим из уст Твоих, Господь. Юдхэй вавхэй. Пусть Твое рема, как меч обоюдоострый, проникает внутрь нас до разделения души и духа и становится мечом духа в наших руках. И когда приходит время, и Слово Божье в наших устах будет высвобождено, оно будет истинным, и оно будет как меч обоюдоострый, а не просто набор звуков. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Слово Твое вселяется в нас. И как Ты сказал, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моими сынами и дочерьми. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. Вау! Аминь! 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 Фу. Так, для чего мы здесь? Для чего мы тут или здесь? Для Него. Для Господа. Знаете, мы как люди, у нас вот есть обо всем представление. Каким что должно быть, как что, порядок вещей. Кто такой Слава, кто такой Инна, кто Рома. Кто мы? Сейчас вот это все надо выключить, чтобы услышать непредвзято, что Господь говорит.
Потому что когда иногда мы вот в этом, вот в своем, в человечине этой, мы сразу, знаете, распределяем, это вот Олегу слово точно идет, это вот Сережа сейчас, надеюсь, он слышит. И вот это мы, вместо того, чтобы позволить этому слову в нас резать сюда. Поэтому отношения с Богом, они же как, они вот. Мои отношения с Богом не через Олега, не через Славу. Лично с ним через Духа. Есть, сегодня глубоко пойдем, глубоко, насколько Господь позволит. Потому что, ну, пора, значит. Я уже это много раз говорил. Раз Он нам это дает, значит, пора это слушать. И вещи, которые будут открываться, вот есть теология, да, вот круг. Вот круг ограничивает меня здесь. Я уже не могу положить Библию сюда. И вот теология – это как круг. И мы говорим, все, что влазит сюда от Бога, все, что не влазит от дьявола, значит, ересь какая-то, что он несет. Иисус, он, как, у него была какая-то теология, но иногда он говорил вещи за гранью, и люди падали оттуда. Были моменты, когда за ним шли толпы, а было, когда осталось 12. Потому что ученики, которые ходили за ним, изгоняли бесов его именем, исцеляли больных именем Иисуса. В один момент он сказал, вам придется есть мое тело и пить кровь. И они сказали, кто это может выдержать, кто это может слушать. И ушли от него. Ушли. Не случайные люди. Ближайшие. Потому что он сказал что-то, что вышло за рамки вот это вот учение о Боге, что правильно, что неправильно. И есть вещи, которые открывает Господь сейчас, ну, своим пророкам, они будут за гранью привычной теологии. И для большинства это будет ересь, они скажут, мы это слушать не собираемся, так это фигня какая-то. А может, по слову проверишь? Да не хочу ничего проверять, я знаю, что это неправильно. Но некоторые услышат. Вначале всегда мало, заметили, потом народ набегает. Ну вот все вот эти, как их называют, пирамиды, да, пирамиды экономические. Кто в выигрыше, кто первый там? А кто первый, кто рисковый парень? Вот рискнул. А, конечно, когда уже привалило счастье, первым пошла толпа туда, ну... К сожалению. Конечно, Царство Божие никакая не пирамида, но тех, кто впереди, всегда мало, потому что остальные боятся. А вдруг не от Бога, не от Господа. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, даст ему камень? Или когда попросит, что там, яйцо, даст змею? Так и отец поступает с нами. Если мы искренне ищем Бога, Он нам не подсунет камень или змею. На, ешь, сынок. Я попал в заблуждение. Не то учение услышал. Если, да, если. Вот с чего я начну. Сегодня даже пришлось закладки делать, потому что столько отовсюду, вот, по ходу этого года уже приходит. Коротко. Отличительной чертой воинов Господа, знаете, вот есть, нету, конечно, такого призвания в Библии, и он поставил одних апостолами, других воинами. Нету такого. Но вся Библия наполнена, вы читали Библию от Бытия до Откровения? Она воинами наполнена. Там куча описаний войн. Не знаю, может, кто-то считал, сколько всяких войн и военных конфликтов. Наверное, сотни. Израиль все время воевал. Книга Откровения вся в какой-то войне, армии, там, друг на друга, битвы, кровопролитие. То есть воин – это скорее призвание каждого христианина. Но отличительной чертой воинов, то есть которых Господь уже поднял и взрастил, это подготовка лично Господом. То есть воинов не готовят в школах библейских по духовной войне. Нет. Воинов готовит лично Господь Саваоф сам.
Без служения человеческих руки потом помогают просто немножко соединить то, что уже готово. Но я не могу никого из людей сделать духовным воином, если Господь его таким не сделал, не подготовил. Это лично, Господь лично готовит своих воинов. И многие откровения по духовной войне могут быть получены только лично от Бога, кому Он хочет открыть. Поэтому у меня может быть большое откровение о духовной войне, но я его никогда не донесу до тех, кому Бог не открывает. Они послушают и скажут: круто, вау! Но нам не надо. Почему? Да я не вижу нужды в этой. Что вы все воюете, да воюете? Смотрите, я в реке радости купаюсь уже много лет. А что вы воюете все? Понимаете, кому это не открыто, этому нельзя научиться с нуля. Это делает лично Господь. По какому принципу Он делает этот выбор, понятия не имею. Он знает каждого. Кому надо, кому не надо, кому рано, кому пора. И если он не открывает, то человек никогда не примет этого сам. Какие бы проповеди и учения он не слушал. И вот для чего я это сказал. По этим сходным откровениям, полученным лично от Бога, воины будут узнавать друг друга. Как мы узнаем, что мы в одном? Потому что Бог мне открыл, ей открыл, ему открыл, и мы не сговаривались. И когда мы начинаем делиться этими откровениями, оказывается, мы это уже слышали от Него. И легко двигаться в согласии тогда. Потому что когда ты говоришь, сейчас мы будем так, сейчас мы двигаемся в духовной войне против территориальных духов над Крымом, и 20 человек встало и сказало: мы не верим в территориальных духов. А еще 20 встало и говорит: а мы верим в территориальных духов, но они уже все побеждены Иисусом, написано. Что с ними сражаться? И еще 15 стало, говорит: да, ребята, давайте забьем и будем радоваться. Все, согласия нет. Но когда Бог это открыл людям, не надо ничего объяснять. Написано в Писании, вот проверьте. Не надо. Мы соединяемся и двигаемся. Вот с кем нам по пути, кому Господь открыл эти вещи. Я очень часто, мне пишут люди: послушали вашу проповедь, об этом же самом мы говорили вот только на днях. Об этом же самом в молитве Господь сказал мне там, или нам, или на домашней группе, или на собрании, или на ночном. Вот это и есть признаки, по которым мы друг друга узнаем. Итак, дальше. Дальше. Первое такое заявление, которое вот уже сразу за рамки теологии. Общепринятый. Вы понимаете, что Бога нельзя поместить в ни одну теологию и богословие, не помещается, он слишком большой. А вот самый крутой университет в мире, библейский институт Орла Робертса, ну, к примеру, я говорю, я не знаю какой. Надо туда ехать, там вся истина. Как только туда приедешь, ты поймешь, что не вся. Потому что Бог не поместится в институт Орла Робертса или Юрия Кузьмина или Бенихина. Или их всех трех вместе взятых. Он больше. Поэтому мы всегда будем получать что-то большее. И вот первое заявление. Чем глубже духовная война, тем сильнее она касается твоего тела. Вот этого вот физического. То есть пока духовная война носит такой эпизодический, случайный уровень, наше тело, оно не участвует в этом вообще. Мы попали на служение, знаете, бывает, человек попал, привели на служение в школу Христа, а тут шараба, мы связываем, и он вроде тоже шараба, 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 но он не был вовлечен, его дух не был вовлечен, он ушел, ничего не изменилось. Но кто, чем глубже мы входим в духовную войну, или Бог нас туда вводит, тем сильнее наше тело чувствует эту битву. И, соответственно, тело начинает участвовать в этом, вплоть до немощей физических. Физических немощей. И вот вещь, которую мне Дух Святой сказал на днях, я просто делюсь этим. Мученичество – это апогей духовной войны и ее наивысшая форма. Мученическая смерть – то, что пережили апостолы и сам Господь. И эта форма духовной войны имеет самые
большие плоды и результаты. То есть, когда Господа распяли, что произошло? Пришла совершенная победа над тьмой, над грехом, над всем вот этим грехопадением человека, над начальствами и властями. Когда умирали апостолы за веру, это был резонанс, это был результат. Первый мученик, как зовут? Первого мученика, как зовут? Стефан. Первый, да, забитый камнями за то, что за веру во Христа. И это произвело резонанс. Евангелие пошло по всему лицу земли. Вот это победа в духовной войне. Понятно, это может быть, мы к этому не придем и никогда в своей жизни. Может быть. Но согласитесь, когда за веру убивают, тело чувствует все. Это же не было какое-то ватное тело, и он как под наркотиком ничего не чувствовал. И больно было, да. До какого-то момента, пока человек в сознании, он чувствует. Может, действительно, Господь в какой-то момент восхищал уже из тела дух людей. То есть, чтобы они не проходили всю эту, весь этот путь. Но наше тело участвует в духовной... Вот почему бывает... Что такое? Что-то мне плохо. Ну так и куда ты влез? Ты знал, куда шел? Не, мне сказали, давайте мочить дьявола, и я начал его мочить. А потом он начал меня мочить, когда рядом со мной не оказалось братьев и сестер. Помогите, помираю. Поэтому не надо никуда влазить раньше времени. Но, друзья, но, послушайте следующее. Количество и размер твоих врагов. У кого-то есть враги, духовные враги, вот, какие-то грехи, болезни, соседи, ну нет, соседи я шучу, черты характера, там, знаете, гневаешься постоянно, кто-то не может, или там сквернословишь, уже верующий, чуть что матюки. Всегда интересно услышать от брата, он матюкается в пробке где-то, думаешь, Господи. Ну, что делать? Ну, выпрыгнула жаба. Надо покаяться. И так вот, количество и размер твоих врагов определяет размер трапезы, которую Господь приготовил для тебя у них на виду. Ну, бывает там, знаете, такое, там, хлеб с вареной колбаской. Ну, когда враги маленькие. Тебе там много ж не надо сил, ты так перекуси, сынок, и пойди убей комара-то этого уже, сколько ж терпеть его. Кусает и кусает. Но когда перед нами враги, и ты думаешь, мама дорогая, как мне с ними справиться, Господь накроет такой стол на виду врагов, чтобы ты, знаете, как это вот кушать на виду у врагов, это такой вот верх цинизма вообще и, знаете, как сказать, торжества. То есть ты настолько не уважаешь врага, что ты будешь стол накрывать и кушать, и смотреть, что он там собирается делать. Обычно же, когда перед ответственным мероприятием кушать не хочется, правда? Ну вот когда ждет, я помню, вот игра у нас, игра, будем сейчас в американский футбол там биться, не хочется кушать, честно. Потому что адреналин, ты ждешь, да, сейчас можешь травму получить, или ты кого-то там можешь травмировать. И так далее. Вот, но здесь другая ситуация. Когда мы кушаем с удовольствием, когда мы миром наполнены, когда мы в шалу... Вот что делает Господь. Поэтому говорим, почему он так благословен? Да потому что враги у него вот такие вот. О, конечно, я тоже хочу вот так, как он, жить. А врагов хочешь его? Нет. Ну тогда и кушай бутерброд с колбаской вареной, докторской, и славь Господа. Или яблочко, да? Господи, дай мне твою славу. На, сынок, яблочко, скушай. Ну, понимаете, как сказать, вот большие враги, надо много сил. Вот Господь и дает много сил и ресурсов. Поэтому это двоякое такой момент, двоякий. И вот теперь вот мы заходим в самое. Это так немножко, как чтобы войти. Кто-то говорит, чем дальше в лес, да? Вот, чем глубже
это, пруд, тем толще жабы, да? Чем дальше мы идем, тем серьезнее все становится. Слово Божье – это меч. Аминь. Если Бог обнажил свой меч, написано в Библии, Он уже не вернет его назад в ножны. Он никого не пугает, я уже это как-то говорил. Господь, если достал из ножен меч, 100% написано, у него не останется бессильным никакое слово. То есть, если он сказал что-то, это будет. Он сказал пророку, если даже задерживается, жди, непременно сбудется и не отменится. Жди. Если Бог обнажил меч, он будет сечь по-любому, так как у него не останется бессильным никакое слово. И вот видение. Одно видение. Я молюсь, как обычно, хожу, молюсь где-то по улице или дома. И видение пошло. Бывает такое. Вот, приходит видение. Я вижу врагов. Ну, я понимаю, в видении там не надо понимать, кто враги, идут враги. И в руках у них я увидел, друзья мои, Слово Божье. Они шли с мечами, на которых было написано Слово Божье. Враги шли. То есть целый отряд, там несколько, вот так, такой строй, и держали. И я говорю, ну, смутился, я говорю, Господь, почему они несут Слово Божье? Враги. Какого перепугу, мы же всегда, что это ложь, они воюют ложью. Но в этот момент я увидел у них Слово Божие. И Господь начал мне объяснять некоторые вещи. И последнее время, когда я начинаю получать вот этого рода, вот это и следующее откровение, на физическом уровне начинается суета. Ну, я имею в виду нездоровая суета. Последний раз... Я ждал дочку со школы, молился, получил откровение, только хотел записать, и было холодно, думаю, заведу машину погреться, и буду писать откровение в телефон. И машина вообще никаких признаков жизни, никогда такого не было, никогда вообще. Вот сколько лет у нас эта машина, не было такого. Причем загорается вот это табло, ну ничего, ноль. И мы со Славой вызвали, я попросил, Славик приехал, толкнули, завели, думали, там что-то сдохло, и вот с тех пор ни разу больше. Никаких проявлений, даже намеков нету, сколько уже прошло, несколько недель. И знаете, я забыл это откровение из-за вот этой суеты. И только потом, под вечер, в молитве, оно опять пришло. Я понял, враг, он тоже бодрствует, чтобы украсть, стащить, какую-то создать суетню вокруг, чтобы ты отпустил и потерял. Я думаю, ого, так и забыть мог вообще, спереть. То есть вот такие вещи происходят. Поэтому вот слушайте. В руках у врага было слово. Что есть наше оружие? Я думаю, для младенцев... Вот есть книги Деррика Принца, все мы, ну, я в 90-е, мы все читали Деррика Принца, никуда не денешься. И кассет этих, я помню, целая школа была, там сотни кассет. И у Деррика Принца, по-моему, у Йонги Чо есть такое учение об исповедании, знаете, исповедовать слово. То есть ты провозглашаешь слово, я провозглашаю, что та-та-та-та-та, как написано, то есть берется место. И я думаю, что для младенческого уровня это даже работать может. Но если, вот читая слово, ты понимаешь, ну не все дело в исповедании. Сыновья первосвященника Скевы тоже исповедовали, но не получилось. И вот смотрите, наше оружие, мы говорим, слово Божье это меч, провозглашает то, что написано, это как меч будет. Нет, это так не работает. Потому что тогда этот меч можно в попугаю в клюв засунуть, которого выучить, говорить, я спасен. Я верю в Иисуса. Можно такое выучить. И чё? И ничего. То есть мы не попугаи, мы не медведи на велосипеде. Наше оружие не обладание словом, но послушание слову, послушание. Вот если я послушен тому, что я говорю, тогда это меч. А если я просто говорю, но потом, когда мне надо послушаться, я не слушаюсь, это ничто, это слова.
Это песни, слова, что угодно. Наше оружие не обладание знанием или словом, но послушание Слову Иисусу Христу. Потому что слово «логос» было у Бога, и слово было Бог, это Иисус. Мы не говорим об исповедании каких-то правил. Это не пугает дьявола ни чуточки, когда ему в лицо... Вы что, не встречали, когда изгоняешь бесов, а он говорит, не выйду, выйди во имя, а он говорит, не выйду. Давайте громко на языках молиться. И уже непонятно, с кого бесы выходят, да, бывает такая вот ситуация. Думаешь, где одержимый, где экзорцист? Они слились в одну. Можно начать не с того изгонять бесы, ты знаешь. Поэтому хорошо, что Господь так не вел себя. Он, то есть там была власть. Поэтому, если это происходит, значит, нету власти, нету. Это просто слова. И вот, если мы в непослушании Ему, то Его Слово может быть использовано против нас, врагом. Вот почему Бог и не дает мощного слова каждому. Видели иногда такие конфликты, дорожные конфликты, ну, на дороге? И кто-то с битой вышел разбираться. А с другой машины вышел человек без биты, отобрал у этого биту и отколотил его и его машину, его же битой. И вот тот думает, лучше бы без биты вышел, получил бы как-то попроще немножко. Просто бы руками. Понимаете, если нам дать оружие, с которым мы не справимся, его может в битве у нас отобрать враг и нас же накостылять этим словом. Мы заявляем, мы берем, мы сейчас как дам. Дух силы неба, аллилуйя. Дух Антихриста пошел вон из Крыма во имя Иисуса. Мы тебе заявляем. Помните эти молитвы? И вот если нам бы Бог дал слово, а мы непослушны Ему, 2 секунды это слово оказывается в руках врага, которым он нас лупит потом, этим же словом самым. Больнее всего получать словом истиной, а не ложью. Ну, слушаем. Если мы в непослушании, да? Поэтому Бог не дает нам мощное слово, чтобы мы не навредили себе, не справившись с послушанием этому слову. Потому что, когда Он дает слово, вначале мы его получаем, а только потом у нас выбор, слушаться или нет. То есть, давая нам слово, понимаете, Отец знает, с чем мы справимся, с чем мы нет. Или когда мы просим, вот я, пошли, дай мне слово к Путину, а я пойду к Путину и скажу ему так, Владимир Владимирович, во имя Иисуса. Подожди, если ты получишь это слово, ты понимаешь, что с тобой могут сделать? Что там к Владимиру, еще Владимировичу на пути целые эшелоны духов, чтобы подойти. И никто там не расступится, только потому что Ваня Пупкин там идет с факелом. Евангелия, благовествовать президенту. Если бы был такой человек сегодня в России, на Украине или где-то, который бы мог понести слово туда, оно бы уже туда донесено было. А может оно и донесено, просто нам знать не дано об этом. Это этот уровень, на который лучше не влазить. Один вышел, я был свидетелем, одно собрание на Украине где-то было. Харизмат в костюме выбежал, там пасторский слет, человек 150 пастырей семьи. Давайте, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. У нас есть сестра, она хочет мэром стать. Мы сейчас помолимся, чтобы она стала мэром в нашем городе или поселке. Но вот на нее какие-то атаки, и давайте мы молиться. И вышел там один такой тоже пастор, ну мне он нравился, бывший охранник Горбачева. В охране Горбачева служил, стал пастором, не знаю, каким образом. Вышел и говорит, подожди. Он говорит, я был там. Ты знаете, за что вы сейчас просите, вот, чтобы она стала мэром? Призвание в политику – это призвание на смерть. Потому что там человека или сломают, или убьют. Нету второго.
Вашей вот этой сестре-пастору нужно разве? Может, ей пастором просто оставаться? Или она готова? Я как Даниил, так Даниил туда не рыпался и не избирался. Его поставили. И вспомните, через что Даниилу пришлось пройти. И я как этот. Призвание в политику бывает. Редко, но бывает у людей. Но это призвание, это камикадзе, это смерть. Человек идет туда, и, скорее всего, или его согнут, он станет, как все, коррупционером, только верующим. И будет строить на украденные деньги церкви протестантские. И купит там синтезатор в церкви на то, что своровал. Или же его там где-то там разберутся, как с неугодным. Итак, вот почему Бог не дает нам мощное слово, пока мы не готовы. Только то слово, которому ты послушен и подчинен, будет иметь власть в твоих устах и будет мечом для тебя. Но если я, получив слово, противлюсь ему, этот меч в руках врага против меня, это же самое слово. Кому много дано, много и взыщется. Помните, кто не знал и делал, бит будет, а кто знал и делал, бит будет больше. А я не знал, но бит все равно будешь, не переживай. Но если ты знал и делал, ты бит будешь больше. Чем больше света, тем строже суд. Если же я противлюсь слову, то оно может стать мечом против меня в руках моего врага. Так что не спеши просить у Бога слова, если ты не собираешься ему подчиняться. Ну, дай мне слово, чтобы я как так вот, это вот махну крылом, и там люди исполнились Святого Духа и попадали. И так вот вторым махну, и эти попадали. Можно, но ты готов жить послушанием? Или ты после этого хочешь в ресторан поехать и развлекаться? Если ты хочешь махать крыльями, так надо быть самым смиренным человеком при этом. Потому что в два счета враг, знаете, вот тут у нас есть бывшие эти, как мошенники. Ну вот, кто был мошенником. Или знали мошенников. Вы знаете, как умеют они, как умеют человека расположить, обкрутить вокруг пальца. И ты слышишь, как это произошло, меня обманули, кинули. Враг более изощренный, чем любой мошенник современный. Вот почему нам нужно послушание слову. Будь послушен одному слову и научись им владеть. И самое важное. Так скажем, чем больше меч, рема, слова тебе дан, тем больше ответственность. Вот еще одно откровение, которое тоже за гранью, немножко вот за гранью. Мы иногда говорим, это из-за него у меня. Это он сглазил, Сережа меня сглазил. Там Сережа колдует. Или там Олег меня Изавелью назвал, все из-за него. Я себя так плохо чувствую. Послушайте следующее. Сатана не может использовать против человека то, чего нет у самого человека. Если во мне нет места колдовству, никакое колдовство не может быть использовано против меня. Но если я получаю стрелы колдовства в сердце, так у меня у самого есть. Он не может, не дано ему, это незаконно в духовном мире использовать что-то против нас, чего нет у нас. Потому что иначе он бы нас стер с лица земли, сатана, каждого из нас. Я не поддался искушению, так потому что не поискушали. Есть такие искусители, что искусят любого. То есть, если я искушаюсь чем-то, значит, во мне это есть, во мне. Каждый искушается собственной похотью. То есть, все эти проблемы, вот я, меня ненавидит там сестра, из-за этого я хожу в депрессии. Так, может, ты тоже ненавидишь сестру или брата, или еще маму, там, папу. То есть, это враг использует против нас только то, что есть у нас, в том числе и Слово Божье. Поэтому он не может взять что-то от тебя, Джошуа, и бить этим меня. Не получится. Незаслуженное проклятие не сбудется. В том смысле, что нет места. Идет князь мира, во мне ничего не имеет.
Он не может, не мог тронуть. И когда Иисус сказал, кого ищете Иисуса, вот я, все упали, даже неверующие воины-атеисты. Или кому они там поклонялись в Риме. Упали, и, представляешь, слава Божья увиделась. Что все упали, все, никто не стоял, один Иисус. И он сам отдал себя, он говорит, я сам отдаю себя вам, вы надо мной не имеете никакой власти. Он не может тронуть меня, если нет места, если я, нет этого во мне. Вот почему это тонкие моменты, тонкие моменты. И Господь нам 150 раз сказал, наблюдайте за собой. Да, смотрите, я могу спровоцировать что-то в Славике, но только в том случае, если в нем это есть. Иисус, сидя с грешниками, не боролся с похотью там бухнуть или там на девушку как-то косо посмотреть. В нем не было этого. Поэтому он мог спокойно сидеть вот с этими забулдыгами, грешниками, блудницами, рэкетирами и не искушаться. И говорить с ними так, что ребята же привыкли, как блудницы, они же знают, чем брать мужика. И я думаю, пытались, оп, это другое что-то. Не работает, не проходит. Иисус не отводил взгляд. Оденься, Сара, оденься там. Я сейчас уйду, если ты не... У него не было искушения. Враг ничего не имел. Вот почему такая власть была в его словах. И за ним шли блудницы, мытари, грешники. Потому что блудницы, подходя к фарисею, знали, так ты ж спишь со мной после собраний своих. Целые в Риме, помните, целые публичные дома для священников были. Конкретные, отдельные блудилища для священников, которые дали обет безбрачия. В Римском, это Папа Римский, вся эта история, Ватикан. Вот так вот. Итак, подошли к самому интересному. Я не знаю, что вы с этим будете делать, но... Слушайте. Последнее служение в пятницу, в шаббат. Кто не слушал, послушайте, потому что там вступление было. Что во всем творении есть Слово Божье. Все сотворено Словом. Нет времени еще раз полчаса об этом говорить. Так вот, Бог сказал, Слово Мое не подобно ли огню? Что такое Слово? Огонь. То есть, один из, вот я беру металл, и я чувствую металл. А Слово Божье, но это же не металл, мы же не говорим, дай мне металл. Мы говорим, дай мне вот там термокружку или бутылочку, дай мне чай. Но все, беря эту термокружку, вы понимаете, ну, металл или там пластмасс. Так вот, Слово Божье – огонь. Тот, кто берет Слово, берет огонь. Огонь. Это не кролик такой, что на сумочку вешают. Это огонь. Это мы можем вместо Писания на холодильник, но повесить огонь на холодильник, он сгорит, холодильник, вместе с любимой колбасой. Так вот, элемент Божьего огня, таким образом, послушайте, есть во всем творении. Во всем, где есть Слово, есть огонь. Это интересно. А в дьяволе тоже. В дьяволе есть огонь Божий. Не может быть. Я сейчас прочитаю, что уже взгляды такие. И рука невольно тянется, да, за камнем. Что ты сказал? Объясняй, пока я тянусь. Вот если на этом моменте выключить видео, что будет потом на Ютубе, можно делать интересные выводы о школе Христа. А когда мы говорим, пусть твой огонь сойдет, это мы о том огне говорим. Да, у него один огонь, у Бога нет два вида огня или три вида, у него один вид огня. Бог наш есть огонь. Ладно. Давайте почитаем, хорошо? Ну, тогда про дьявола. Иезекииль 28. Раз уж про дьявола, то про дьявола и про огонь. Иезекииль 28.
То есть Слово Божье – это как ключ к творению. Везде в творении, где есть Слово, у кого есть Слово, тот имеет ключ, как дверь. Чик, открыл, творение слушается. Иезекииль 28. Здесь описывается вот этот тирский главенствующий там личность, и большинство считает, ну, ты был помазанным херувимом, что речь о, как раз-таки вот о том. Ну, о чем бы это ни было, о плохом чем-то говорим, не о хорошем, не о наших. Ангел огня пришел к нам на служение. Это мы понимаем уже. А что тут вот написано? Иезекииль 28. Вот что он ему говорит. 18 стих. «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Он не сказал, сверху где-то я тебя там, на тебя. Он говорит, я из тебя извлеку огонь изнутри, и он тебя спалит. И превращу тебя в пепел, и так далее. Иезекииль 19. Еще почитаем. Иезекииль 19. Фу, это ключи Господь дает. Не спешите их использовать, сразу скажу. Значит, здесь разборки у Господа с Израилем. И он, вот 14 стих, можете всю главу потом дома читать. «И вышел огонь из ствола ветвей ее, и пожрал плоды ее». То есть опять огонь выходит изнутри наружу. Не снаружи кто-то пришел, а изнутри. То есть разборка с виноградником, с Израилем здесь в этой главе. Читаем еще. И еще! И Иезекииль, давайте, 20 глава. И что-то Иезекииль много, да, об этом знал. 47 стих. «И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь, вот я зажгу в тебе огонь». И когда ты читаешь это «в тебе», это нигде, в тебе, внутри я зажгу огонь. И он пожрет тебя и всякое дерево, и так далее, и так далее. Хорошо, давайте Исаию. Ладно, огонь, Иезекииль. Может, Иезекииль ошибся, как сейчас иногда говорят проповедники. Представляете? Вы не слышали такое? Или я просто не того духа был, спалил пятидесятников? Это ж не Божий дух, вы что? Вот с такими нам ребятами не по пути. Пока что. Исаия 33. Исаия 33. Иногда не понимаешь, лучше промолчать, а говорить о том, что понимаешь. Важно. Исаия 33. 10 стих. «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломой, дыхание ваше, огонь, который пожрет, дух ваш, огонь, который пожрет вас». Это все об одном речь. Дух ваш, огонь, пожрет вас. Сейчас еще несколько мест из Писания. Иеремия, давайте 20 глава. Иеремия, 20 глава. Стих 9. «И подумал я, не буду напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». То есть опять огонь внутри. Огонь внутри. Духом пламенейте. Иеремия 48. Иеремия 48. Опять разборки. 48 глава Иеремия. 44-го. Ну, с Моавом там идет разборка. «Кто убежит от ужаса, упадет в яму. Кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилев. Но огонь вышел из Есивона, и пламя из среды Сигона, и пожрет Бог Моава и темя сыновей мятежным». Смотрите, можно даже уже как бы не читать. Будет еще одно место потом. Можно
вызвать этот огонь изнутри творения. Но я не говорю сейчас о колдовстве каком-то, о, сейчас будем вызывать, давайте. Входим, входим. Вы вошли? Нет еще. Давайте уже скорее, я уже вошел, уже устал, замерз, ждать там в духе. Нет, речь не о том. Потому что мы можем выживать что угодно, это колдовство. Мы не об этом, мы говорим о Слове Божьем. Когда нам дано Слово, и мы говорим его, мы раздуваем огонь. Будь то человек, город, творение, не, без разницы. Второй вопрос, зачем? Вот сейчас к этому. И этот огонь либо сожжет, либо прославит. Что он сожжет? Сено, солому, все ветхое, плотское, гордое, высокомерное, все противящееся Богу. Но я даже не будем открывать Амос 7.4. Написано, вот я произвел для суда огонь. Какая одна из целей огня? Производить суд Божий. И верующие также боятся Божьего суда, как и неверующие, а зря. Потому что Божий суд за нас, за нас, за нас. Неверующий уже осужден, а мы оправданы Божьим судом. Но если мы держимся за что-то ветхое, плотское, и мы, к нашу жизнь приходит суд, вот это ветхое, плотское сгорает и освобождает нас Господь. И мы плачем крокодиловыми слезами, а потом понимаем, так это нас удерживало от Него. Вот оно, оно прославляет Божье. В чем фишка Божьего огня, если так можно сказать? Он не идет на компромисс никогда. Он не выборочно жжет. Он жжет вот все, что горит, и прославляет только Божье. А можно вот как бы огня Божьего, представляете, как бы вы ко мне стали относиться, если бы я сейчас такой огонь здесь именно на руке. И так аж до Эдгара такой столб. И прямо перед лицом остановился. Я говорю, ну что, Эдгар, побрить тебя? И ух, как бы, как прославился бы Юрий Кузьмин, огнеборец. Или громовержец там еще что-нибудь. Не получится, потому что этот огонек меня в первую очередь спалит, гордого вот этого вот громовержца или огнеборца. Сегодня у нас в гостях укротитель огня. Там, знаете, он будет там прыгать через огонь, и мы вместе с ним. Вот поэтому этого и нет, потому что огонь, не, с ним нельзя играться, он сожжет все, что не Божье, а прославит Христа. Заканчиваем, но надо набраться вот именно наконец терпения. Бог будет давать слово к духу, потому что дух есть во всем творении, даже у дьявола есть дух. Бог будет давать слово к духу. Творение, город, человек, страна, президент, территориальные какие-то духи, местные демоны, дух. Вы знаете, когда мы ходим по улицам, я не знаю, как вы к этому относитесь, вы видите эти разбитые дороги веками, это дух. Их чинят, их хватает на месяц, и опять те же ямы, это дух, его нельзя победить асфальтом. Вот эту вот черту нельзя победить. Вот надо поставить каких-то технологий. Не победишь, какие шведов сюда пришли, они сбегут. Будут браться за волосы, говорят, мы не знаем, что делать. Мы то все же сделали, как у себя. Почему через месяц яма там же? Проклятие, вот оно что. Проклятие. Конкретное проклятие. Поэтому надо говорить к духу этой земли. И высвобождать огонь. И слово, но без слова мы это не сделаем, можно хоть до опупения что-то провозглашать, если нет слова, нет ключа, все, нет огня, он не высвободится. Бог будет давать слово к духу, и это слово будет активировать огонь в этом.
И этот огонь будет нести суд тому, что не поистине, и содействие, ускорение и усиление делу Божьему там. Если, скажите, если хоть какое-то творение на земле, до какого Богу нет дела? Вот знаете, вот обо всех вот странах у Бога есть воля, а о России нету никакой воли. Такое же. Текайте отсюда. Это все уже. Даже у Господа, Господь дело не хочет иметь с нами. Нету. А вот он наркоман, все, точно Богу до него нет дела. Нет, до всего, что Господь сотворил, ему есть дело. У него есть воля о всем творении. Соответственно, слово есть, огонь есть во всем творении. И мы говорим, вот там нету, значит, дела Божьего. Вот, знаете, центр пробуждения — город Саки, да, вот как мы говорили. Откуда начнется пробуждение по всей Киевской Руси? Сак. Вы что, прикалываетесь? С каких Сак? С каких? С наших. Вот там, где грязь, да, оттуда. Прямо с грязи пойдет. А кто-то сидит там в каком-то Мухосранске и говорит, оттуда пробуждение пойдет. Понимаете? Но Богу есть дело до Сак, до Мухосранска, до Симферополя, до Киева, до Москвы. Ему есть дело до всего. И до вот этого вот грязного, проклятого, вонючего. И там есть воля его в этом. И Слово Божье может эту волю активировать. И огонь, выйдя, сожжет то, что это удерживает исполнение воли Божьей в этом. И прославит Божье. Поэтому духом пламенейте, Господу служите. Скиния без огня не работает. Вот если в храме, в скинии убрать огонь, все, священное действие закончилось. Поэтому Бог сказал, огонь на жертвеннике должен гореть непрестанно. Семисвечник должен гореть постоянно. Без огня скиния не работает. Огонь в нашем духе служит бескомпромиссно только воле Божьей. То есть, иными словами, если кто-то к вам приходит и говорит, мы слышали, такие молитвы у вас сильные, помолитесь за меня, пожалуйста. Что вы хотите? Я хочу, чтобы воля Божья исполнялась, чтобы моя жизнь угождала Богу. И ты смотришь и думаешь, бедный человек, ты понимаешь, что ты просишь? Что Божье царство, оно не встанет на то дерьмо, где ты живешь. В приятное такое, хорошее дерьмо, красивое, дорогое дерьмо. Оно не встанет наверх этого. Оно вначале сожжет все, что ты вот непосильным трудом, куда сердце человек вложил свое. Душу вложил, я всю душу вложил в это дело, оно первым сгорит. Потому что моя душа не должна быть вложена никуда. Знаете, говорит, душу в машину вложил, продаю душу свою вместе с машиной. То есть, если к Господу мы приходим, и у нас есть что-то, куда мы вложили душу свою, это первое на жертвенник пойдет. Поэтому не надо тогда, ты думаешь, ты хочешь, да нет, что-то я как-то подумаю. Помните, он сказал богатому юноше? Очень конкретно. Он видел, в чем проблема богатого юноши. Заповеди, все, не блудит, не курит, там, не нюхает, не дышит, не сует ничего никуда. Все, говорит, все хорошо. Он говорит, одного вот не достает. Вот где корень был. И он огорчился и ушел. Не-не-не, что-то я не готов. А как? А что мне делать? А я привык уже вот так вот на педаль давишь, машина едет. Не надо ничего толкать вот это. Знаете, когда у меня этот старенький мотоцикл был 93-го года, каждый раз я когда к нему шел, это лотерея. Это лотерея. Я шел, молился, пусть он заведется. Я очень тебя прошу. Пусть он заведется. И когда он, знаете, то, что должно, когда он заводился, это такое чудо было, я так радовался. Вау! Но если не заводился, приходилось побегал с ним по двору, и какой-то дедушка тебя сзади еще-то помогает.
Ой, поэтому вот так надо подумать перед тем, как просить, и когда к вам кто-то подходит. Потому что если огонь приходит, он не смотрит, что, ну, я просто так люблю Юрочку, я не буду все сжигать у него. Просто. Вот Славки сожгу все, да? А вот Юрочка, он мой любимчик, я оставлю вот эти его любимые какие-то прихоти. Пусть играется. Не-не-не, он бескомпромиссен, огонь. Суд Божий бескомпромиссен. И если я иду на суд, то все, понимаете, все, не все сразу, но все постепенно начнет отрезаться. И знаете, вы были когда-то верующим при смерти? Ну, когда уже думал, могу умереть. Вот верующим было такое вот? Но вот когда уже, ну, разные. Скажите, как переоценка ценностей идет. Вдруг понимаешь, что много в твоей жизни вообще не нужного. И думаешь, зачем я туда тратил деньги? Переживал вообще об этом? Зачем? Это все такое, тьфу! Что я делаю? Но потом раз, попустило, отошло. Что-то я уже не хочу избавляться от этого, что-то опять я хочу вот это иметь, владеть, радоваться. Ну окей, спасибо тебе, Господь, за Слово Твое, которое живо и действенно. И как написал Иаков, мы просим, чтобы нам быть исполнителями Твоего Слова, а не слушателями только, обманывающие самих себя. Мы не хотим просто слушать Слово, но мы хотим исполнять Твое Слово. И раз ты даешь нам эти вещи о творении, о твоем огне, о твоем слове, об этих ключах, мы знаем, что придет время, когда этот огонь начнет жечь. И прежде всего мы лично будем проходить этот огонь в своей жизни в большей степени, чем до сего момента. Но да будет так по слову Твоему, Господь, да, нам неприятно, да, мы нехотя, но мы молимся, да будет нам по слову Твоему. Ибо на этой земле мы не хотим построить просто уютное какое-то свое гнездышко, свой мирок, где нам будет хорошо и комфортно, и мы сможем сесть и сказать своей душе, вот душа, все, наслаждайся, мы достигли этого. Прости нас, Господь, если еще эти мысли, эти мечты, эти планы есть в нас. Мы здесь для того, чтобы служить Тебе, и для того, чтобы исполнить Твои намерения. Будет ли это в скудости или в изобилии, будет ли это при порицаниях, или это будет при похвалах, как Ты решишь, Господь, так и будет. Если надо, проведешь через печь огненную, если надо, через какие-то троны этого мира. Мы благодарим Тебя, что в любом случае главное, чтобы выполнилась Твоя воля и Твои вечные намерения, которые Ты решил делать через нас, через Твою церковь, через Твой народ. Просим, Господь, учи нас глубже этим принципам, этим вещам. И когда у нас будет служить Дмитрий сейчас, мы просим, углубляй наше понимание этих вечных, глубоких, тайных вещей, которые Ты стал открывать в эти последние годы своему апостолам, своим пророкам, своему народу. Мы благодарим Тебя, что церковь возвращается к священству по чину Мелхиседека, к хождению в славе, к хождению в реальной, не теоретической, не подстроенной, но реальной славе, реальной силе, где нет места человека, вот этому высокому людскому самовозвышению, но где все и во всем Христос. Этого мы ищем, Господь. Не дай нам каких-то захватывать какие-то олимпы, какие-то троны, какие-то рейтинги. Сохрани нас от всего этого, чтобы нам не начать прославлять свои имена, свои идеи, свои движения, свои откровения. Да будет все и во всем Христос. Все и во всем Христос всегда. Если надо быть в безызвестности, да будем мы в безызвестности, Господь. Если надо оставаться в тени, да будем мы оставаться в тени, сколько Ты решишь. Пусть все и во всем будет Христос. И пусть люди идут к Тебе, Господь, к Твоей славе, к Твоим откровениям, к Твоей жизни, потому что Ты жизнь, Ты жизнь, мы просто русло, но Ты жизнь, которая течет через нас. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Иешуа ха-Машиах. Аминь. Аминь. Я верю, что вот битвы, которые нам предстоят, потому что мы на якоре стоим уже давно. Но когда отправимся, вот эти вещи, они будут практиковаться. Это не будет просто теория, ой, я теперь знаю что-то. Это будут вещи, которые вот так вот, Бог будет... Почему Он сейчас растормашивает мозги? Потому что если их не растормашить, и Он придет и скажет, мы будем 3 дня сомневаться.
это от Господа или это делать или нет. Поэтому сейчас кто-то что услышит, скажет, да ну ересь какая-то, но в какой-то момент, когда Господь побудет делать, а, я помню, об этом говорил кто-то, где-то было, да-да-да, что-то посеялось. Значит, раз Господь говорит, значит, надо это делать. Ну, тем более тем, кто уже на все готов. То тем более. Поэтому он будет давать слово. Просто духовная война, она уйдет от этого, эти часовые на языках молитвы. Помните, духовная война была? Мы сейчас будем там молиться за пробуждение в России. Там несколько часов. Хорошие молитвы. Мы сами так молились, пока голос срывался уже и уши закладывало. И один пришел верующий, так смотрит. Потом перерывчик, он говорит, ребята, а зачем вы так, ну, зачем так орать, что аж синее становится лицо? Это так надо? Мы говорим, ну, как ты хочешь, в принципе. Иногда надо. То есть было время, но сейчас это война власти будет. У кого есть слово, духи подчиняются. Никогда генералы, они не выходят, знаете, там конфликт военный там, и вышел там Путин и Порошенко, и начали бить морду друг друга. И кто вот победил, тот, значит, дипломатически доказал свою правоту. Как они решат? Словом. Слово. Так, ребята, теперь мы делаем вот это. Фух, все, санкции. А теперь вот это, газ, перекрыть. Пфф, вау, миллионы ощутили прямо на своей шкуре сразу. То, что кто-то сказал сделать. То есть это другой уровень войны. Война с начальствами и властями, она не происходит так. Иногда так молились, что вот какую-то чистоту, потом голова болит. Это где слово царя, там власть. Там власть. Ты хорошая в этот... Нет, пока не надо, Сережа. Этот, как сказать, пройди дни очищения. Прикоснулся к мертвому, помнишь там? Так что будет слово. И понимаете, вот враг, здоровый такой, идет слово туда, и изнутри врага выходит огонь и сжигает его же. Почему Господь, заметили, часто поражал один мечом другого? Враги Израиля убивали сами себя очень часто. Огонь выходил изнутри врагов. Так что, ну, и ответственность-то большая. Вы понимаете, что, чем это грозит? Что если я выхожу с машины на разборку, или там один вышел с этим, я ролик смотрел, с пистолетом. Вот, на дороге ситуация. Он с пистолетом, ну, какой-то травматический. Он думал, сейчас все обкакаются, убегут. Ну, с пистолетом вышел на разборки. Ребята забрали пистолет. Он там пострелял, людей разозлил еще сильнее. Забрали пистолет. Ну, просто отколошматили его еще намного больше, чем хотели. Лишился пистолета, еще и побитый. Поэтому оружие в наших руках. Почему вот, мы как-то говорили с Дмитрием, мы хотели купить оружие, ну, было, когда он у меня жил, говорит, давайте купим с пистолетом ходить, круто. Идешь такой, у тебя пистолет. Ну, это давно было. Но потом, когда я подумал, слушай, если я его куплю, мне его придется применять. Вот где опасность. Вот где. Я лучше буду доверять Господу, что Он меня сохранит. Потому что иначе я сам должен себя хранить. А если я его достану, ребята, это может очень плохо кончить. Я не боевик никакой, чтобы там перестрелки там вот эти... Отберут еще и самого, и застрелят этих пистолетов, чтобы не повадно. Поэтому уповаем на Господа. Господь – твердыня наша и защита наша. Но в духовном мире по-другому. Если у тебя в руках оружие, ты должен уметь им владеть. А чтобы им владеть, надо быть послушным этому слову. Один, знаете, когда, ну, вот последнюю сейчас расходимся, мы едем Дмитрия встречать в аэропорт. Кто еще едет? Едет кто-то еще? Олег, едешь? Благословенный же возвращается и с отцом. Отец и сын, представляете? Ну и Дух Святой тоже. Они что, наполнены. Знаете, я что заметил? Вот в американском футболе, когда приходишь, тебе дают форму. И ты одеваешь, и в основном дают такую форму, она большая, видишь, сразу плечи такие широкие. Ты смотришь в зеркало, и я такой, о-хо-хо-хо.
Но я заметил, что профессионалы, они одевают очень маленькие. Если бы можно, они бы не одевали вообще. Просто по правилам надо одевать. И у них вот эти каркасы, они настолько маленькие, чтобы вообще не стеснять движение. Но они умеют настолько владеть этим, что когда приехал один этот... Американцы приехали в Россию, ну, так, потренировать наших, лучшую нашу команду. Они, когда посмотрели на уровень подготовки, они даже не одевали форму. Они бились с ними раздетые, без шлемов и без каркасов. Настолько низкий был уровень наших, что они не могли их повредить никак. Поэтому слово, которым ты владеешь, тебе не надо вот такой вот меч-гладенец. Враг не боится размеров. Решает, насколько ты можешь управляться этим словом. Поэтому даже маленький нож в руках профессионала больше принесет пользы, чем вот этот меч-гладенец у того, кто не знает вообще, кого бить и куда махать. Или там, знаешь, махнул, и он улетел у него с рук. Аминь!